Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Практическая психология. Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». Я практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня вместе с Анниковой Юлией, практикующим психологом, гештальт-терапевтом и кандидатом психологических наук, обсуждаем тему, что такое перинатальная психология и как знания этой науки применять в своей жизни. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Я знаю, что вы специалист не только в перинатальной психологии, но почему именно перинатальная психология и что она изучает? Почему вот вы большую часть своей жизни отдали именно этой науке? Ну, для меня перинатальная психология интересна тем, что она соединяет семейную психологию и возрастную психологию, два моих самых любимых раздела психологии, которые показывают вообще, что происходит с человеком, как он меняется, на фоне каких условий происходит его развитие. И поскольку это такой самый начальный этап жизни человека, здесь очень многое возможно. Здесь закладывается, формируется личность, да, поэтому это такой таинственный какой-то очень интересный период, да? Угу. Если говорить о границах, ну и предметы изучения перинатальной психологии, то это отношения в дяде, мать, ребенок, начиная с момента зачатия, заканчивая, ну, примерно периодом 3 лет, когда происходит отделение ребенка от мамы, да, такая сепарация психологическая. Ну, то есть вот как раз именно в этот период закладываются базовые, да, такие составляющие. Да, я бы сказала, что здесь закладывается такая, ну, как мне кажется, канва мировоззрения, мироотношения, да, мир безопасен или небезопасен, ему можно доверять или нет, да, то есть вот что-то в контексте «я хороший», «мир хороший», да, вот, или наоборот. Хорошо. Ну, теперь более подробно, да. Можно, так как у нас программа называется «Практическая психология», можно какие-то примеры из практики, да, не называя имена и фамилии, разумеется, но то, что можно озвучить, потому что у нас уже такой определенный есть свой слушатель, который, послушав программу, начинает каким-то образом применять, да, в своей жизни те или иные, ну, ту или иную информацию, и есть отклики о том, что, о, да, нам это помогает, вроде бы так просто, а так действенно. Итак, я так правильно понимаю, в перинатальной психологии очень серьезно рассматриваются привязанности, да? Вообще, да. Что такое привязанность, да, и ее значение для будущего человека? Ну, привязанность можно рассматривать как устойчивую систему отношений. То есть, если я привязан к кому-либо, это значит, что я, ну, не знаю, люблю этого человека, я ему доверяю, я выстраиваю с ним очень глубокие какие-то личностные отношения. И есть такая точка зрения, что эта привязанность формируется именно здесь, в этом периоде, да, связь между мамой и ребенком, и затем особенности, паттерны этой связи переносятся на все отношения другие, да, уже, на все сферы жизни, да? На супружество, на последующее свое собственное родительство, прародительство, да, я так думаю, что даже в более широком контексте, в отношениях на работе, да, вот. И так интересно, когда вот это слово начинаешь, например, использовать и рассказывать на курсах, как-то такое, какое-то интересное такое амбивалентное отношение. Вот я привязан как будто веревкой к чему-то. Да. Да, это какое-то в негативном аспекте, но на самом деле, то есть это значит, что я умею выстраивать эти отношения, раскрываться, доверять другому. И получается, что основой гармоничного развития человека, вообще я бы даже так сказала, глобальное его счастье в жизни является как раз безопасная привязанность. То есть это значит, что я доверяю, да, человек, с которым я в контакте, он надежный человек, он готов откликаться на мои потребности, он хороший, я, соответственно, в контакте с ним хороший. И поэтому самые такие серьезные, я бы сказала, далеко идущие последствия нарушения привязанности, это вот, например, допустим, аддиктивное поведение, да, зависимое поведение. В этом смысле проще быть привязанным и выстраивать отношения, нежели в качестве объекта привязанности выбрать неживой предмет, алкоголь, там, компьютерную игру или еще что-нибудь. Да? Вот моменты привязанности, они у нас формируются в процессе, вот когда вот только-только ребенок родился, и вот эти самые первые минуты на протяжении там, до трехлетнего возраста, или еще даже в тот момент, когда вы приняли решение, что вы хотите зачать ребенка. Ну, мне кажется, что когда принимается решение о том, что вообще да, все, я хочу ребенка, да. Например, мы хотим ребенка, даже правильнее сказать, принимается решение, может быть, создается здесь образ будущего ребенка, закладывается. И здесь большая, скажем так, опасность стоится в том, что если этот образ чрезмерно конкретизирован, да, то есть... То есть после того, как, какого цвета глазки, а потом даже, смотришь, да, и да, глазки что-то другого цвета, другое, да? В плане того, кто это по полу будет, да, то есть вот это вот дает уже момент какого-то разочарования, непринятия, если будет по-другому. А в жизни мы знаем, что
мы выстраиваем образ реальности, она все равно какая-то другая. Другая. Бывает, да. Угу. Поэтому вот, например, на курсах перинатальной психологии, вот по опыту, то есть когда мама, например, описывая образ будущего ребенка, говорит, ну вот чтобы он вот, вот такой вот, он милый, он здоровенький, даже, кстати, здоровенький — это тоже момент условности, угу. Да, вот он вот, вот такой вот весь мой, родной и так далее, да, то есть создает какой-то обобщенный образ, картинку, и потом легче в этой реальности принять. Вот его принять, да. Угу. Вот, и я замечала, что когда есть какие-то вот условия какие-то, вот, получается, если ребенок не оправдывает этих ожиданий, то вот что-то прямо вот с первых здесь, минут, да, уже да, начинается? Да, даже какой он, да. Какой шероховатости, он, несостыковки, да? Да, и в принципе, конечно, он все равно будет другой, да, все равно будет другой, поэтому готовность, да, принимать его таким, какой он есть. Юля, вот интересно, каждый входит в материнство и в отцовство с определенными надеждами. Да, например, некоторые люди говорят, я родила второго ребенка в надежде сохранить семью. Вообще вот эта установка на появление ребенка в твоей семье, в вашей семье, да, она как-то сказывается тоже потом на взаимоотношения между родителями и детьми. Да, кстати, здесь очень даже интересно, когда родители выбирают имя будущему ребенку, вот там угу. тоже очень много про ожидания, да, ну хотя бы так вот, если совсем кратко, да, например, выбирая имя ребенка, то, которое было в роду, да, соответственно, мы выстраиваем, будь таким, как например, мы. Да, 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 да. Сохрани угу. какие-то важные вещи. Если мы выбираем противоположный полюс, да, вот и никогда не было ни у кого, мы таким образом транслируем послание, например, там... Будь другим, угу. да, будь не похожим на нас. И я думаю, что в любом случае эти ожидания есть, важно просто осознавать, да, вот какие смыслы здесь привносятся в это. И мне кажется, здесь вот есть такая статистика, да, что примерно только 30% родителей, ну, особенно вот здесь даже и про мам, если говорить, рождают ребенка только ради него самого. Ну, то есть я имею в виду, что ценность имеет сам ребенок, а не какие-то вещи, связанные с ним, как. То есть 30%. Избежать одиночества, да, считается, угу. что примерно 30, вот они, ну, в категории находятся матерей между безусловной ценностью ребенка и условным принятием, ну и примерно 30 там вот угу, как-то, угу. да, то есть точно ожидают реализации каких-то других потребностей, уже не связанных там с материнством, родительством. Да, интересно, да, статистика. Хорошо. Вот немного говорили про привязанности, да, что у нас с вами, каким образом женщина, вот, например, она решила стать мамой, да, приняли mm-hmm. решение они вместе с супругом, и вот часто бывает такое на консультации, муж говорит, да, она вообще вся растворилась в детях, mm-hmm. да, обо мне уже даже не помнит. Вот это хороший показатель, или же вот это, ну, мама же так привязана к детям, или же для нас это с вами такой маркер, что что-то идет не так, как должно быть. Ну, вот мне очень нравится мысль о том, которую говорит как раз Галина Григорьевна Филиппова, основатель, да, психологии uh-huh. материнства в нашей стране, о том, что показателем готовности к материнству является готовность быть для другого. Да? То есть зрелая личность, она уже может позаботиться о себе и на какой-то период времени может отодвинуть собственные потребности и быть для вот этого ребенка, быть uh-huh. для него как раз той оптимальной развивающей средой. И получается, что если отношения между супругами зрелые, то и мужчина тоже готов, ну, на какой-то период времени забыть. Позволить uh-huh. да, своей, uh-huh. даже не, скажем так, быть. Этот период уникален тем, что возникает как раз диада мать и ребёнок. Да? Вот. И, кстати, именно отец дает возможность потом ребенку сепарироваться из этих отношений. Да? То есть благодаря, через отца именно, да, мы это через его проживаем. Вот как раз, да, там uh-huh. настойчивость и какие-то в какой-то мере, ну, претензии. Единственное, что я вот здесь хочу сказать, что для, например, нашей культуры характерен симбиотический тип привязанности. Он связан с тем, что мама, находясь в отпуске по уходу за ребенком, вот как раз начинает растворяться, сужается круг ее социальных uh-huh. контактов, и, как правило, уход за ребенком завязан именно на маме. Вот есть такая точка зрения, что да, ребенку нужно выстраивать безопасную, надежную привязанность, и хорошо, если это не мелькание людей вокруг. Но тем не менее, это чревато тем, что а если мама ушла, куда-то вышла, я знаю много случаев, когда, например, мама приходит с историями, что я не могу никуда выйти вообще, да. Даже до магазина в другую дойти, да? комнату угу. даже выйти угу. не могу, да. То есть получается, что ребенок, выстраивая вот эти отношения только с мамой, он тем самым, ну, не очень доверяет другим людям, которые находятся в его пространстве. Если в процесс воспитания
воспитание вовлечен только, например, папа и мама, возникает опасность того, что они будут конкурировать друг с другом за то, кто будет хорошая мама. Да? Вот как раз Филиппов говорит о том, что оптимальное количество 3. Да, например, ну, не знаю, бабушка или еще кто-то, да, задействованы в уходе. Но главное, чтобы здесь была иерархия. Например, если мама, то мама главная, и она удовлетворяет, да, потребности ребенка. Если мама ушла, то тогда папа главный. Угу. Если папы и мамы нет, то тогда бабушка остается, да. Или старший брат, что тоже немаловажно. Да. И вот, кстати, интересно, что в тех культурах, где, например, практикуется, например, расширенный тип семьи, да, вообще многие люди участвуют в процессе воспитания, фактически не встречается неврозов. То есть вот такая симбиотическая тревожная привязанность — это путь вот к невротическим расстройствам личности. В будущем, да, у ребенка. Давай тогда немножко озвучим, каким образом мы можем диагностировать, что что-то идет не так с точки зрения, правильно как слово подобрать, с точки зрения развития привязанности, да, вот этой нормальной привязанности ребенка и мамы. Там, да? Что есть норма, что есть для нас уже таким звоночком. Что... Может быть, я тогда даже вначале скажу, а как нужно для того, чтобы она была вот безопасной. Да? Если говорить о маме, то для того, чтобы у ребенка создавалось вот это там базовое отношение доверие, да, то важно, чтобы мама соответствовала трем условиям. Ну, вот так грубо говоря. Всего лишь трем. Это будет уже подходящая мама для ребенка с точки зрения его потребностей. Это, кстати, самый распространенный вопрос, да? Да. Как мне быть вот хорошей мамой, да? Вот и так слушаем внимательно. Мне очень нравится. Это как раз вот у Винникота, да, маленькие дети, их матери. Значит, первое, эта мама должна быть чувствительной к потребностям ребенка. Есть такое у нас тема сензитивная, да? Да, то есть получается, например, даже это очень интересно, можно видеть, например, маленький ребенок плачет, да, какие-то мамы говорят, чего он плачет, я уже ничего не могу понять, да, он уже и покушал, он уже и сухой, да, то есть получается, вот, например, в плаче мы можем множество там до 20 оттенков разных, да, тут ему грустно, тут ему там еще что-то, да. Голодно, а здесь он просто хочет на ручки. Да, то есть получается, что человек, ну, мама, да, которая сама понимает свои потребности и умеет их распознавать, она может делать то же самое у ребенка и, соответственно, вовремя реагировать на его потребности. Да? Вторая особенность — мало быть чувствительным, нужно откликаться, да, то есть откликаемость. Да, я вижу, например, какой-то дискомфорт, и я готова уже приложить какие-то усилия, да, а не продолжать там, не знаю, разговаривать по телефону, или смотреть и задавать себе вопросы, чего ему еще надо, да? Да. И третья характеристика — это умение контейнировать отрицательные эмоции ребенка. То есть, да, во внешнем мире возникает какие-то, ну, не знаю, может быть, сложные жизненные ситуации для ребенка, да, и это умение перевести минус в плюс. Все хорошо, да, да, сейчас, например, да, например, там, допустим, ты хочешь кушать, да, мы сейчас покушаем, пойдем на кухню, покушаем, вымоем ручки, да, то есть получается, что это создание такого, может быть, какой-то некой упорядоченной, стабильной картины мира, где, если я знаю, что, например, мне плохо, да, то моя потребность будет удовлетворена. Ну да, потому что мы же знаем, да, особую психологию, да, маленького ребенка, если он рыдает или плачет, то для него в это время мир разваливается на атомы. И поэтому мама как раз вот должна быть той самой стабильной, надежной, безопасной средой, в которой вот он растет и развивается. То есть получается, что вот мне очень нравится эта мысль, что средой развития является мама. Если мы хотим, скажем, гармонизировать развитие ребенка, нужно вкладывать в маму. Мама в ресурсы мамины. Вот. Ну и если говорить уже о нарушениях привязанности, вот как мы можем их диагностировать? То есть ребенок, у которого надежная, безопасная привязанность, он, во-первых, себя во внешнем мире ведет достаточно активно. То есть инициативность ребенка — это показатель того, что он ощущает, ну, я хороший, мир хороший. Я могу действовать, и я ничего не боюсь. Да. И в этом смысле показательно то, как он выстраивает отношения с мамой. Да, когда она уходит, он может быть грустит, огорчается, да, но через какое-то время он забывает и начинает активно исследовать окружающий мир. И когда мама возвращается, он с радостью ее встречает, да. Если он попадает в незнакомое пространство, да, он, например, ну, может быть, какое-то время там держится за маму, да, но потом начинает активно исследовать окружающий мир и, ну, приглашает, может быть, маму, да, с собой, мам, давай поиграем. Там еще что-то. Значит, в случае нарушения привязанности, вот, например, тревожная привязанность, чем она тревожная, амбивалентная, да, то есть там есть и любовь, и ненависть, да, в одном флаконе. То есть получается, на разлуку ребенок
не отпускает маму, да, и длительное время после ее ухода, вот такое цепляющееся поведение, он пребывает в грусти, он фактически не контактирует с внешним миром, его ничего не интересует. То есть он как зациклен, да, вот на этой ситуации ухода мамы. И когда она возвращается, он тоже может, например, там, не знаю, подойти, даже там стукнуть ее, да, то есть получается, что все это время, пока ее не было, ему было не очень комфортно. И он таким образом, ну, вот как-то вымещает, да, что ли, злость в какой-то мере. Ну и плюс, когда он попадает в новое пространство, он держится за мамину юбку. Такие юбочники, да? Да. То есть, вот. Ну, вот еще вот я просто совсем недавно тоже читала статью, понравилось, что все-таки чаще всего вот это бывает первенцы. Знаете, когда у мамы нет опыта, и она не знает, в принципе, как, да? А вот уже вторые, третьи дети, они уже меньше страдают этими состояниями, потому что тут и братья, и сестры есть, и там бабушки, дедушки, еще какие-то люди приходящие. Да, здесь, да, и большее число людей вовлечено в процесс взаимодействия с ним. И мама уже более чувствительна к его нуждам и потребностям, она уже понимает, что с ним. Ну и плюс, потому что опыт уже есть, меньше, да? Новизны в этом, она менее тревожна. И, соответственно, тревога — это же всегда напряжение. А если человек напряжен, он не очень хорошо контактирует с собой. То есть получается, когда вот эти детки, которые у нас, как говорится, под юбкой, да, все время растут, надо прежде всего маме сказать: мама, расслабься. И это вот состояние расслабленности, да, оно... Да, доверие, да, все хорошо, да. Вот. И вторая особенность, вот скажем так, второй тип полярной привязанности, когда ребенок выглядит очень самостоятельным. То есть, например, мама уходит куда-то, а ему, в общем-то, все равно. Ушла и ушла, пришла и пришла. И во внешнем... Такое ощущение, как будто бы, да? Да. Что есть, что нет, для меня это не имеет значения. Да, и многих, например, родителей даже это вообще очень радует. И, например, некоторые смотрят, а вот например, Петя такой самостоятельный, да? То есть за этой внешней самостоятельностью иногда кроется, ну, такой вот как бы внутренний конфликт, да? То есть когда-то он в ней очень нуждался, но ее не было рядом, и он... Принял научился для себя жить другую. Самостоятельно, да, но при этом это чревато в последующем трудностями выстраивания отношений, да, то есть я уже как-то не очень доверяю, это вот словами там терминологии, да, интровертированной, шизоидной акцентуации, но вот тем не менее, это как две такие крайности, полярности. И вот, кстати, из таких же, да, деток потом вырастают интимофобы, да, правильно я понимаю? Ну, да, то есть они не сказать. Выстраивают практически... И есть вот как раз вот точка зрения, что именно для них будет больше свойственно вот это формирование зависимости разных. То есть я тогда буду в отношения вступать не с живым человеком, который меня может бросить, ну, с неживым, да, который более надежен постоянно. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели эти два варианта, да, рассмотрели норму, что есть, и поняли, что, в принципе, это абсолютно реально. Да? Да. Главное, опять-таки, все, что должно было быть в голове у мамы. Да, и можно даже, вот я тоже скажу, что на самом деле активность ребенка во внешнем мире, то, как он адаптируется уже к другим социальным институтам, это важный показатель того вообще, ну, надежности и привязанности. Вот я просто даже по практике смотрю, что если она есть, такой ребенок легко пойдет в детский садик, он легко адаптируется к детскому коллективу, к воспитателю. Он не будет болеть, да, то есть у него адаптационный период сокращен. Он потом прекрасно пойдет в школу, да, поэтому это очень важная вещь, в которую нужно вкладывать. И поэтому то, что может помешать маме установить надежную и безопасную привязанность, иногда это разрывы, разлуки, которые возникают иногда по каким-то форс-мажорным обстоятельствам, госпитализация, там, да, какой-то отъезд по каким-то чрезвычайным обстоятельствам. Или ранний выход, например, да, ранний, да, выход на работу. На работу, да, да, и поэтому в этом смысле вот подумать в этих ситуациях, а как можно эту привязанность сохранить, например. Вот давайте прямо сейчас и проговорим, да, Юля. Вот у меня просто есть тоже такой вопрос: карьера и материнство. И так вот, например, женщина, она родила ребенка, и ей вот, да, предлагают, что мы тебе предлагаем хорошее место, выходи сейчас, вот, а ребенку полгода, да. Ну, у меня вот такая, например, была ситуация. И я сижу и думаю, что, ну, я же хотела быть мамой, да, да. Уходила с мыслью о том, что вот я буду супермамой. И тут такое предложение, от которого очень сложно отказаться. Как быть в этой ситуации? Есть ли варианты, есть выходы? Я думаю, что да, здесь варианты, несомненно, есть. Во-первых,
даже сама переоценка иногда ситуации, что, в принципе, вот этот период, который очень-очень важен для ребенка, ну, не знаю, год, ну, полтора, ну, два, ну, три, и в контексте целостной жизни это, на самом деле, очень маленький промежуток времени, когда можно вот как раз... Именно в этот момент мама особенно нужна ребенку, да? Вот. Но, с другой стороны, если все-таки такая ситуация возникает, подумать, кто будет включен в процесс воспитания, так, чтобы не было, да, про лебедь, рак и щуку, да? И если вводится новый человек, ну, например, няня, да, которая будет ухаживать за ребенком, вот с точки зрения вот ошибок, которые совершаются, иногда она слишком резко вводится в семейное, там, скажем, пространство, если тем более эти люди меняются, например, кстати... На протяжении какого-то времени короткого, да? Да, как, например, в фильме «Мама», да, там няня стала более значимой, чем мама, потому что как раз мама, няня откликалась, там еще какие-то вещи, да, и тогда смена няни, ну, приводит... Была катастрофа практически для детей. Да, для детей, да. То есть получается, что важно постепенно вводить этого человека, да, например, вначале он просто присутствует, да, например, наблюдая... Никоим образом, да, не участвует да, пока, да? наблюдая за тем, как мама осуществляет какие-то режимные моменты, да. А затем, например, может быть, совместно с мамой уже начинает, там, не знаю, кормить ребенка, да, какие-то вот еще, да, моменты осуществлять, играть с ним. Затем, например, мама дома, но в другой комнате занята своими делами, да. То есть, чтобы для ребенка было понимание, да, что... Да, что этому человеку я доверяю, да, да, и он уже включается в этот такой динамический стереотип ребенка, да. Затем, например, мама на какое-то время уходит, ребенок остается с няней, ну и затем уже вот считается, что для безопасности, для надежности важна повторяемость каких-то событий. Например, мама работает понедельник, среду, пятницу. Или, например, точно так же там во вторник, там, не знаю, четверг бабушка приходит. То есть цикличность, да, определённая? Да. Она дает возможность вообще прогнозировать как-то события, да, и дает уверенность, там, не знаю, в завтрашнем дне, да. Это как вот некоторые утверждают, ни в коем случае не убегайте от ребенка, да, вы всегда ему говорите, я уйду, но я вернусь, да, или там, я пошла, но я вернусь. Да-да-да. Чтобы не было такого, что мама может в одночасье куда-то испариться, а потом также легко, да, чтобы у него было... Да, кстати, в этом смысле даже когда вот, например, ребенок идет в детский садик, некоторые воспитатели, да, говорят, да, убегайте побыстрее, да, нет, то есть это не совсем сами. Верно, да, и важно, чтобы вот правильно простроенные адаптационные программы как раз предполагают, что мама какое-то время присутствует на режимных моментах в детском саду, да, сидит там на лавочке, да, и ребенок, да, он видит реакцию мамы, он знает, что все хорошо, это пространство безопасно, то есть он таким образом вместе с мамой это пространство осваивает, а затем остается один. Вот, кстати, про адаптацию в детском садике. Ну, мы понимаем, что, например, в частных детских садиках такое, например, возможно, да, то чаще всего после одного-двух пребываний, да, в муниципальном детском садике говорят, ну, все, достаточно, у вас он уже готов к этому, да. Очень многие мамы по этому поводу расстраиваются. Вообще, какие-то у нас есть вот такие, например, на законодательном уровне прописанной ситуации, что мама имеет право там в течение там, недели, двух, трех быть в детском садике или нет? Не в курсе? Вот я, честно говоря, сказать здесь не могу, но я точно знаю, что есть такая совершенно уникальная, прекрасная вещь, как группа адаптации, которая, к сожалению, есть не во всех садиках. Да, детских садах, но это как раз форма уже адаптации к последующей, да, вот такой детсадовской жизни, где есть возможность как раз на небольшой промежуток времени, он ведь тоже не случайно выбран, то есть именно это то время, они примерно около 3 часов, да, когда ребенок может без мамы находиться. То есть он сытый, он довольный, и вот в это время он готов взаимодействовать со своими сверстниками, да? Да-да-да. И я знаю, что ряд как раз частных детских садов тоже такие программы предлагают, там, 2-3-часового пребывания ребенка. И если есть такая возможность, то это значительно облегчит уже последующую адаптацию уже к полному дню. А если все-таки это обыкновенный детский садик, то я думаю, что, несомненно, программа адаптации есть в этом детском саду, но иногда, ну, там, скажем, воспитатели форсируют события побыстрее, выгоняя, скажем, маму за пределы. Здесь, я думаю, то, что надо быть просто понастойчивее самим, да? Да, да, например, на протяжении какого-то периода времени, да, он ходит только до сна, да, например, затем он остается спать и уже затем остается на более продолжительный период. Вот у меня, например, период адаптации у старшего ребенка был намного сложнее. И когда я родила второго, я уже для себя примерно стратегию выработала. И мне очень понравилось, я прямо сейчас поделюсь, да, вот этим вариантом, когда мы просто за месяц до того, как начать ходить в детский садик, мы ходили гулять вместе с ребятками, да, что...
и он в итоге уже познакомился с этой воспитательницей, да, он с этими ребятами познакомился, и он с такой радостью у меня шел в группу, чтобы посмотреть, на какой кроватке он потом будет спать, где у него будет шкафчик. То есть вот это предвкушение, ожидание, и вот это оправдало свое. Так что можно искать эти самые варианты, да? Так, хорошо, интересная сегодня кстати, у нас программа. Кстати, очень интересно, вот я слышала об опыте московском, да, вот детских садиков, скажем так, продвинутых. У них как раз на этапе адаптации очень широко используется песочная терапия, которая есть вот прямо в группе, да, работа с водой, да, что дает возможность снять напряжение. И, соответственно, контакт ребенка тогда уже с воспитателем, с другими детьми, он будет совершенно на другом фоне эмоциональном проходить. Конечно. Да вообще столько, вот мне кажется, и у педагогов, и у психологов есть столько возможностей. И другое дело, что надо этим пользоваться, да, и грамотные родители, в принципе, они постоянно задают вопросы этим же там, психологам в детских садах, да, воспитателям. А ну как там мой ребенок? А ведь есть родители, которые, ну, в принципе, не интересуются. Приходят, здравствуйте, и забирают на свидание. Да? А я, кстати, здесь вот еще хочу сказать, что иногда большое количество вопросов – это показатель тревожности и недоверия родителя. И вот по практике я точно вижу, что если родитель понимает, что детский садик это безусловное благо для ребенка, потому что такие условия, мы должны это понимать. Социализации ребенок не получит нигде. Ни во дворовой компании, песочнице. И поэтому очень, конечно, жаль, да, бывает детей, которых лишают родители по каким-либо причинам, да, вот этого периода детского сада. Здесь столько мой ребенок учится, что ему потом в жизни помогает, да, на любом периоде. И вот в этом смысле, если у мамы в голове там установка, и она, да, твердо в этом убеждена, что вообще садик это хорошо, это отношение передается ребенку, да, и он начинает видеть эти плюсы, тем более, если это проговаривается в семье, как здорово, как вас вкусно кормят, какие у вас интересные занятия. А как повезло, вы спать можете, да, днем. Мы взрослые уже лишены такой возможности, да. Да, спасибо, Юля. Ну что, идем дальше. Да. Итак, какое вы уже проговорили, что оптимальное количество человек задействованных выходит за ребенком, это 3 и более, да? Ну вот я бы так сказала, может быть, 3-4, но, наверное, вряд ли более, да, только активно участвующих, потому что вот может здесь хаос некий возникнуть в голове у ребенка, да, кто здесь главный, иерархия здесь точно должна присутствовать. Должна обязательно. Дети, они, иначе они свергнут всех и станут во главе, да, и вот тогда нам мало с вами не покажется. Хорошо. Итак, давайте тогда продолжим. Условия успешного развития ребенка до 3 лет. Что нам с вами необходимо? Мама как среда, да? Работаем через вот эту самую маму, да, через эту самую среду развития. Если мама в неврозе, то ребенка мы 100% увидим в этом же состоянии, да? Следовательно, мама себя ресурсирует, наполняет. Как это можно сделать? Если у тебя, если, например, она решила сидеть 3 года с ребенком, у нее только этот ребенок, муж приходящий, уходящий по утрам и вечерам, да, 4 стены. Как мы будем раздвигать эти стены? Да. Что вы рекомендуете? Ну, я вот хочу сказать, что точно можно в качестве лозунга обозначить «счастливая мама, счастливый ребенок». Это точно. И получается, вот это радость, которую должна мама получать во взаимодействии с ребенком, занимаясь, например, любимыми делами, ходя по каким-то там интересным, ну, радующим ее местам, да, то есть получается, что единственное, что это не должно быть всегда, что, ну, например, да, там надели слинг и пошли, да, то есть получается, что тогда немножечко акцент смещается не мама для ребенка, а ребенок для мамы, ребенок ходит по маминым делам, то есть когда есть возможность вот некий баланс соблюсти, вот здесь мы гуляем, это для него, а здесь это я делаю для себя. И, кстати, очень многие молодые мамы, находящиеся как раз в уходе, они говорят вот об усталости, о дефиците времени для себя. На самом деле вот маму любую можно сравнить с аккумулятором, да, или там с батарейкой. Важно, чтобы она была заряжена достаточно, да, и если она чувствует, что аккумулятор садится, да, то есть найти какие-то ресурсы в этой ситуации. Вот мне очень понравилось, например, одна мама рассказывает, да, многодетная. Вот если я чувствую, что мои ресурсы падают. Я знаю, что, например, там я съедаю шоколадку. Это для меня показывает на час. Да, если я смотрю какое-то время, медитирую, глядя в окно, меня хватит на 1,5 часа. Да, то есть получается, вот что-то, с одной стороны, в режиме скорой помощи, какие-то средства помощи себе, да, вот, которые вот тут буквально под рукой. А с другой стороны, вот многие мамы, например, ведя вот курс перинатальной психологии, говорят о потребности в одиночестве, то есть побыть собой, да, в данном
случае в контакте важно... контакте с самой собой, да? Да, да, побыть собой, что-то сделать для себя, да, почитать, я не знаю, просто отдохнуть в тишине. И поэтому, мне кажется, важно эту потребность доносить до своих близких, да, и давая, ну, такую возможность, там, не знаю, в течение недели или, да, это мамин день. Да, но прежде всего нужно разговаривать, потому что, вот смотри, будем честны, да, очень многие женщины думают, что вот я, ну, я же сама решила стать матерью, да, это теперь мой крест, и я несу его по жизни, да, и вот я говорю всегда, стоп, давайте, да, мы можем роль мамы отыгрывать разными путями, да, но зачем жертвенность, к чему она, да? То есть вот, вот эти моменты мы должны с вами озвучивать. И всячески смотрим по сторонам, да, кто из людей, которые нас окружают, может нам помочь. Мы знаем, есть семьи, например, у которых нет бабушек и дедушек в городе, там, в деревнях, да, они. И они говорят, вот мы никому не можем отдать своих детей. Неправда. Всегда говорю, что если ты себе поставишь задачу, да, чтобы себя наполнить, да, вот хотя бы там на 2 часа просто погулять в парке для себя, то ты, значит, решишь ее. А если ты этого искренне не хочешь, то тогда ты можешь отмазок находить сколько угодно. Да-да-да. Угу. Ну и, кстати, это такое, на самом деле, уникальное время, когда, особенно если мама не работает, да, то есть вот именно в режиме здесь и сейчас. Угу. Вот быть на этой прогулке, да. Быть на этой, да. Да, не в тревоге, как там у меня ребенок себя, сейчас он заплачет, да, а вот именно такое небо голубое, да, посмотри, листики там проклевываются, да, а вот мать-мачеха цветет, да. Угу. Это даже, я говорю, иногда мы проговариваем, это не столь для ребенка, сколько для себя, да, наполняясь себя вот этими яркими красками. Ну что, милые женщины, все в ваших руках. Все начинается именно с вас, потому что если вы счастливы, то и дети ваши будут счастливы тоже. Итак, продолжаем программу «Практическая психология». Сегодня со мной тему перинатальной психологии раскрывает Санникова Юлия, практикующий психолог, гештальт-терапевт и кандидат психологических наук. Юля, вот очень для меня важная тема, такая роль папы в развитии сепарации ребенка. Ну, потому что мы сейчас в первой части говорили все о маме, о ее значении, да, такая глобальная такая, да, но папа-то ведь тут во всем тоже присутствует. Ну вот я хотела сказать, что папа демонстрирует даже, я бы сказала, другую модель любви, да, то есть он социализирует таким образом ребенка, потому что его любовь более условный характер, то есть папа предъявляет требования, он более, менее чувствителен к состоянию ребенка, и поэтому он может какие-то вещи, скажем так, пресекать, да, нежелательные даже. Но вот с точки зрения проблемы, наверное, вот то, что я вижу в высказываниях, например, мамочек, ну я как-то ему не очень доверяю, он делает что-то не то, да, лучше я сама и так далее. То есть получается, что, да, конечно же, там другой человек, да, он, ну, другую модель все равно какую-то, да, демонстрирует. И в этом смысле мне кажется, что если уж не совсем они в разную дуду дуют, да, то есть они понимают, что в итоге они хотят, какого человека они хотят воспитать, вырастить, то путь к этому может быть разный, да, например, у мамы один, более эмоциональный, чувствительный, да, с подстройкой к эмоциональным потребностям ребенка, а у папы с точки зрения, может быть, требований, да, ограничений норм, определенных, да. И в этом смысле мне кажется, что папа скорее будет развивать волевые качества в ребенке, да, организованность, самостоятельность, там, да. Если там, он сам таковым является, да? Да. Ну, в любом случае, это будет некое дополнение к тому, что есть, и ну, ребенок вырастет, он встретится с разными людьми, да, и это в любом случае. Для него будет жизненный опыт, да? Да, да, вот да. Смотрите, ну, и можно я еще добавлю? Да, да, да. Вот в исследованиях, которые показывают о вкладе вот как раз отца в воспитание ребенка, несомненно, подчеркивается как раз развитие интеллекта. Угу. Вот, то есть если мама над эмоциональной стороной, личностной, да, мотивационной трудится, да, вот, ну и плюс это волевые качества прежде всего, успешная социализация ребенка в обществе. Ну и плюс надо помнить, что ребенок уже в последующем будет выбирать свою вторую половину, ориентируясь на маму или папу. Да, маму или папу, да, в любом случае. Поэтому папу ни в коем случае не отстраняем от процесса, да, воспитания детей, а наоборот, всячески привлекаем к этому. Да. Это одна из важных, я считаю, да, условий, одно из важных условий, чтобы ребенок развивался гармоничной личностью. Ну, вот ко мне тут недавно приходил Артем Скобелкин, да, он ведет вообще клуб отцовства, да, то есть он встречается с мужчинами, да, объясняют, рассказывают, общаются друг с другом. Ну, вот вы видите, встречаются
встречаетесь с женщинами, да? Ну, а про этот еще проект мы обязательно расскажем. Но сейчас вот мне хотелось бы по поводу сепарации. То есть вообще папа, он всегда устанавливает определенные, ну, такие правила, правильно, да, по жизни? Вот я, например, знаю, что папа... я всегда восхищаюсь, когда папа говорит, так, вот его место в колыбельке, и нечего его занимать рядом с моей женой. Когда ребенок настойчиво предлагает себя рядышком лечь. Но не только это. Вот, например, тут совсем недавно слышала притчу о том, что именно отцы орлы, то есть папы-орлы, выбрасывают из гнезда орлят, когда они долго засиживаются. Интересно. Не мама это делает. Мама же, ну, материнское же сердце не может это позволить себе, да? А папа прилетает и расставляет все точки над «и». Так, тебе время пришло расправлять крылья, вот, пожалуйста, выбрасываю тебя из гнезда. И ему ничего не остается, как расправить эти самые крылья и совершить свой самый первый полет, да? Вот именно эта же функция у нас есть и у папы. Почему очень часто бывают... в подростковом периоде конфликты именно, например, у подростков с отцами, да, и что делают подростки? Хлопают дверью и уходят из родительской семьи, да, ну, для того, чтобы, конечно, спустя какие-то года потом вернуться, но это как раз функция сепарации. Правильно я понимаю, да? Да, да, очень, на самом деле, да, здесь такой красивый пример. Хорошо. А я еще здесь хотела сказать, что на самом деле здесь процесс двухсторонний, да, и папа помогает ребенку, да, встать на ноги, стать взрослым, да, если мы имеем в виду, что взрослость — это ответственность, да, это не только права, но еще и обязанности. Конечно. То есть получается, что мужчина в этом смысле воплощает как раз, если женщина, да, удовлетворение потребностей ребенка, да, заботу о нем, то мужчина — это как раз требования, запреты, санкции. Санкции, да. В случае необходимости, как необходимый, ну, такой вот баланс, да, и в этом смысле система воспитания сбалансированная. Ребенок в этом смысле дает возможность пробудиться, да, лучшим, да, как бы качеством, да, чувством отцовским. Есть такая фраза, да, что ребенок — это отец мужчины, да, то есть и раскрыться с какой-то новой грани, да, с позиции ответственного, зрелого уже мужчины. Ну, я думаю, что мы женщин сегодня убедили в том, что мужчина должен присутствовать, да, в воспитании, отец должен присутствовать в воспитании ребенка и ни в коем случае его не ограждать. Прямо вот, прямо с самых первых минут, да, не бояться папе дать этого малыша поддержать, когда он родился. Идти в роды можно, в партнер, да, ну, если, например, это такое у нас приемлемо. Причем здесь интересно, что чем раньше состоится встреча папы и ребенка, да, тем больше этих вот нежных чувств и привязанности. Есть такой феномен бондинг, да, это запечатление. Вот если у животных импринтинг, да, увидел, вылупился утенок из яйца, увидел лису — это его маму, увидел швабру — это его мама. Ну, у ребенка, конечно, здесь не так, но этот процесс двухсторонний, да, поскольку когда мы видим это вот, вот такое чудесное совершенно существо, да, вот, то запечатление это с двух сторон идет, и мне очень нравится, как говорит вот Филиппова, вот ребенок устроен так, что вот запах его, вот, вот эта кожица такая нежная, да, вот эти пропорции, да, тело и так далее. Природа потрудилась над тем, чтобы мама его под кустом не бросила, да, вот всё. Чтобы было жалко, да, такую прелесть оставить деда. Да, поэтому мы так умиляемся, когда видим там щенков, котят и так далее, да, малышей видим. И в этом смысле, конечно, если папа вовлечен в этот процесс, да, это здорово. Но с другой стороны, вот в отношении партнерских родов я здесь, конечно, не могу однозначно сказать, потому что я знаю случаи, когда мужчина был настолько потрясён увиденным, что у него там с далеко идущими последствиями развивались вещи. То есть, ну, то есть для него это просто была травма. Стресс, да. Ну и с другой стороны, каким образом он в этом присутствует, что он здесь видит, видит ли он красоту вообще рождения, да, либо он видит свою жену вот именно и перестает ее воспринимать как женщину, а видит ее прежде всего как мать, да, своего ребенка. Поэтому здесь выбор. Все тонко и все очень индивидуально, да, согласна. Но вот тут недавно тоже общалась с генетиками. Они рассказывают о том, что практически все дети стараются, ну, как только они когда родились, да, не надо искать, говорит, себя, маме. Потому что там дети все будут похожи на папу. И это тоже природа создала уже за тысячи и тысячи лет для того, чтобы когда еще вот в первоначальном, в первобытном, да, когда мужчина смотрит так, его детеныш не его. Если с первых минут похож на него, значит, его. Так что, ну, это, конечно, все может быть на уровне просто таких жизненных притч, да, но, тем не менее, интересная позиция, правда?
Давайте попробуем поговорить о специфике ситуации рождения. То есть, что мы под этим подразумеваем, да, и как это тоже сказывается на будущее ребенка. Ну, здесь можно сказать, во-первых, о таких двух важных вещах. Во-первых, даже на каком сроке он родился. Сейчас мы знаем, что медицина делает очень большие успехи в выхаживании недоношенных детей, да, там с 500 грамм, да, и, например, в том числе наш перинатальный центр. Но, тем не менее, сохраняется специфика развития этих детей, да, то есть им нужно вызреть уже вне этих условий, ну и плюс сама ситуация, конечно же, чревата наличием осложнений со стороны, там, да. Говорят, чем больше выхаживаем мы детей, тем больше у нас как раз коррекционных вот этих всевозможных программ и работы для педагогов, психологов. Да, то есть получается, что этот ребенок будет требовать особенных условий развития, особого включения мамы, да, то есть которая должна воссоздать, скажем так, вот этот период и внутриутробный, да, да, и плюс вот дать ему то, что необходимо с точки зрения, да, его особенностей. Ну и второй момент, у нас сейчас растет число детей, рожденных путем кесарево сечения, да, вот, согласно, да, матрицам Станислава Грофа, они не переживают опыт борьбы и победы, да. Ну это иногда видно, да, с вами тоже встречаем в практике. Да, что, вот. Давайте сейчас расскажем нашим слушателям, ребенок не рожден, не прошедший вот эти через родовые пути, какие он имеет потом качества впоследствии? Ну, вот на самом деле ситуация здесь далеко не так однозначная. Мне кажется, что только сама ситуация рождения не формирует полностью жизненный сценарий человека, а важно то, как к этому относиться в последующем и какой опыт он получит далее. То есть, например, да, здесь он не прошел опыт Мы можем что-то корректировать, борьбы, да? Да, может быть, здесь не им было принято решение уже о рождении, да, то есть это могло инициироваться, да, медицинскими там манипуляциями по разным показаниям. Или желание мамы. Очень многие мамы говорят, сделайте мне кесарево, да, пожалуйста. И тут мы начинаем объяснять, зачем этого не стоит делать, да? Да, вот. Но, по крайней мере, есть возможность сделать по-другому, да, дать ему этот опыт борьбы. И надо сказать, что дети, они сами себе психотерапевты, да, и в те традиционные детские игры, прятки, да, там, я не знаю, да, догонялки, жмутки. Тоннельчики, да, себе строят, да, чтобы через них проходить. Да, есть возможность, мне кажется, что этот опыт вот как-то компенсировать проживание. И дополучить. Да, поэтому не так все фатально, но тем не менее риски определенные эта ситуация содержит, и нужно о них помнить. Да, то есть вывод я делаю правильный, да, сейчас? Говорите. Да, и, кстати, я хочу сказать, что вот сейчас на базе перинатального центра реализуется группа психологической поддержки женщин, которые родили ребенка путем кесарево сечения, и я вот хочу сказать, что по опыту ведения этой группы, да, вот мамы говорят о том, что и присутствует некое чувство вины. Не я сама родила, а вот как-то это все сделали за меня. Что я как будто, ну, не как истинная настоящая женщина себя повела, вот что-то как-то я не доделала, не сделала. Не испытала муки родов, да? Да, своего рода. Выполнила свою, скажем так, задачу, и в этом смысле сама ситуация встречи с ребенком, она уже была несколько иной, да, под влиянием там наркоза. Наркоза, да, и вот то, что она могла получить уже в родах, да, ту дозу там окситоцина, да, которая бы вот сам этот контакт с ребенком сделал бы несколько иным, вот этого не произошло. Но тем не менее, да, мне кажется, что такие акценты в том числе связаны с тем, как женщина сама воспринимает, да, то есть есть те, кто, ну да, ну вот, ну родил он так, есть, ну и что, да, главное, что ребенок жив, здоров, есть у меня, я теперь мама. Но, тем не менее, я правильно понимаю, что вот в этой группе, наверное, я оказываю, да, терапевтическую помощь и женщинам, да, чтобы с чувством вины не жить всю оставшуюся жизнь, правда, да? Да, как-то пересмотреть под новым углом зрения эту ситуацию, да, условно говоря, переписать, пережить, простить. Да, все возможно в нашем мире, да, все возможно. Хорошо, давайте, Юля, сейчас я очень хочу, чтобы вы рассказали о совместном проекте Кировского перинатального центра. Да, ну я хочу сказать, что был выигран грант, международный грант православных инициатив, и на данный момент времени в православном психолого-педагогическом центре «Всех скорбящих радость» реализуется множество направлений работы с материнством и детством. То есть есть группы, в которых получают помощь, например, беременные женщины, а те женщины, которые не вынашивают беременность или с бесплодием, да, а те женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации, например, после развода или в такой сама семейной
и ситуация требует, да, какого-то там корректива, вмешательства. Мамы, которые... Одни воспитывают, да? И не одни воспитывают, а которые воспитывают малышей, как раз находятся вот на этапе до 3 лет, да? То есть множество различных направлений, это и групповая работа, это и индивидуальные консультации, и в рамках этого проекта участвуют и психологи, и врачи, и педагоги, и священники, поэтому такой очень уникальный проект, и женщины есть возможность, ну, бесплатно получить эту помощь, поэтому я думаю, что заинтересованы. Это нужно обратиться в Кировский перинатальный центр, да? Можно в перинатальный центр, да, можно найти группу ВКонтакте, вот как раз православный психолого-педагогический центр. Отлично. Информация о группах выйдет. Замечательно. Итак, теперь у нас есть с вами возможность, если вдруг вы оказались в одной из вышеперечисленных ситуаций, то можете обратиться туда. Всегда помогут. А причем я хочу сказать, там занятия идут как с мамочками, да, мама как среда и условия развития ребенка, так и совместно с детьми. Что тоже немаловажно, да? Хорошо. Давайте, у нас есть еще немного времени, да, немного о признаках психического развития в возрасте хотя бы там, ну, давайте, наверное, от 0 до года, да? Потому что это такой самый такой важный год, да, когда столько всего меняется. Да. Ну вот я хочу сказать, что здесь огромное количество того нового, что появляется, да, и большая часть вот этих итогов психического, что ли, развития мы можем видеть в моторной сфере ребенка, да, например, держит голову, да, переворачивается, да, держится на предплечьях, ползает, в последующем встает, начинает ходить, да, то есть все это показатели психического развития, не случайно об этом спрашивают неврологи, педиатры, да, вот, кроме того, это развитие речи, да, мы знаем, что вначале у ребенка появляется гуканье, гуление, лепет, да, и потом уже первые слова, да, то есть примерно году ребенок, ну, должен знать, да, около 10 слов, но это очень простые облегченные слова, да, биби, мама, папа и так далее. Причем интересно, что это лепетная такая речь, она почти одинакова у всех. Вообще, всех национальностей, да? Да. Вот, ну и, конечно что же... Что говорит о том, что все мы братья и сестры. Да, вот. Ну, если говорить, наверное, о самом главном вот таком новообразовании, которое характеризует то, что ребенок перешел уже от новорожденности и вступил уже в младенчество, это так называемый комплекс оживления, который, да, на границе там 1-2 месяцев возникает, когда ребенок выделяет взрослого среди других объектов. Да. Именно того, который за ним все время ухаживает, да, или, ну, рядом с ним. Да, причем интересно, что вот эта реакция изначально возникает на всех взрослых, так называемый комплекс оживления, когда ребенок при виде взрослого, да, оживляется, издает звуки, привлекает внимание, ручки, ножки, да, привлекает внимание, улыбается, смотрит в лицо. То есть получается, что он таким образом показывает, что он вообще нуждается во взрослом, он готов устанавливать с ним отношения. Это тоже такой важный, хороший показатель того, что развитие идет в нужном русле. Ну и, конечно же, к первому году, да, у нас мы вроде все взращивали первый год, и сразу же раз, и кризис, да. Про кризис можем сказать одного года? Да, ну получается, что к году ребенок накапливает множество возможностей, да, он уже ходит, детство возникает. И слово кризис, не надо пугаться, да, этого слова. Кризис — это, да, норма. И надо сказать, что он в этом, скажем, кризисе учится пользоваться возможностями. Особенность такова, что если раньше взрослый удовлетворял все потребности ребенка, то сейчас появляются запреты, поскольку ребенок может до многого дотянуться сам, взять сам. И получается, что здесь впервые взрослый становится между ребенком и его желанием, таким образом давая ребенку возможность обнаружить свое желание. И возникают такие, как бы, зависания на этом желании, да, такие гипобулические реакции, когда ребенок требует, может быть, да, там, не знаю, валяется на полу, да, кричит. Но надо здесь сказать, что выход из любого детского кризиса связан с тем, что взрослые используют какие-то другие, более эффективные способы. Ну и каждый раз это все-таки одна ступенька вверх, да? Да. То есть через кризис мы развиваемся, и ребенок прежде всего тоже. Да, спасибо большое. Сегодня была очень интересная программа. Сегодня мы обсуждали, что же такое перинатальная психология и как эти знания в этой самой науке мы можем применять в своей жизни и разворачивать в лучшую сторону, да? Потому что этому нигде нас не учили, ни в школах, ни в институтах, если вы, конечно, являетесь психологом, педагогом, да? Это наша с вами жизнь. И поэтому очень надеемся, что все эти вопросы, которые мы сегодня озвучили, вам придутся ко двору,
и были тоже интересны. Да. Ну, и, наверное, можно сказать, что мы учимся быть родителем только в своей собственной семье, да, прежде всего, да, в последующем мы, может быть, учимся на других примерах, где-то на своих ошибках, да, поэтому вот мне хотелось закончить, наверное, фразой, да, если мы хотим воспитать джентльмена, это нужно, чтобы минимум в 3 поколениях были джентльмены, да, но если уж этого не произошло, ну, делаем то, что возможно. Да, спасибо большое. Итак, это была программа «Практическая психология», я практикующий семейный психолог Надежда Бушмель вместе с Анниковой Юлей, практикующим психологом, гештальт-терапевтом и кандидатом психологических наук, обсуждали сегодня тему перинатальной психологии. Будьте счастливы! Практическая психология. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.